Один мудрец путешествовал по миру, и вот как-то забрел он в поволжские земли. Идет, идет, скоро ночь, а впереди леса, поля. Не видно жилья человеческого, где можно было бы ему остановиться. Вдруг вдали показалась деревушка, бедная с виду. Дома покосились, огоньки не в каждом окне. Постучал путник в двери домика на окраине. Ему отворили хозяева, одетые скромно, босые, но улыбнувшись, сразу пригласили в дом. «Я вас не стесню», — сказал мудрец, — «мне бы только водиться испить и вздремнуть, а на рассвете я снова в дорогу». «Что вы, садитесь с нами ужинать, вот чем богаты», — сказал хозяин, приглашая за стол. За столом сидела вся семья, и хоть дом был бедным, его жители были скромны и приветливы, нашлась пища и для путника. «Уж не сердяйте, добрый человек, лето выдалось неурожайное, весной мороз ударил, летом засуха, погиб наш яблоневый сад», — грустно сказала хозяйка. Наутро мудрец собрался в путь, провожали его всей семьей. «За доброту вашу хочу отблагодарить вас. Из дальних стран везу волшебные семена. Прорастают они только у тех, кто добр и чист душой. Вот сейчас и проверим». Бросил семечко, провел рукой над ним и что-то тихо сказал. Как вдруг, всем на удивление, выросло раскидистое дерево. И то тут, то там стали на нем созревать прекрасные сочные яблоки. Удивились супруги несказанно. «Ну, прощайте, теперь вы не будете знать нужды. Только всегда оставайтесь такими же добрыми и приветливыми». С тех пор деревня называется Яблочная.